Когда вы говорите «мы», вы имеете в виду Кирилла Вишнепольского, вашего супруга, да, и все семейство. И все семейство. Мы с ним беседовали, как вы знаете наверняка, в этой студии, да, поэтому я не буду задавать те же вопросы для того, чтобы... Дал меня с потрохами. Да. А я задам несколько вопросов, которые у меня возникли после эфира, когда мы с Кириллом пообщались. Я как раз решил, я знал, что вы рано или поздно к нам придете. Вот, и я с вами про это поговорю. Он сказал, что вы соблюдаете субботу. Но вот не в иудейском смысле, а что у вас есть вот прям традиция, да, что в субботу это вот вы вдвоем, без детей. Я правильно понял? Совершенно так? Верно. Так. Совершенно верно. У нас есть такое давно, много лет назад придуманное, ну, правило, не правило. Понятно, что мы иногда миксуем субботу с воскресеньем, иногда одна отменяется, но в основном мы по субботам с утра свинчиваем из дома вдвоем. Мы проводим целый день вместе. Кино, театр, гости, ресторан, кафе, вот это все. Потому что настолько мы все время погружены в общение с людьми. Ну да, он же тоже возглавляет. Я просто еще раз напомню зрителям, что он главный редактор журнала Men's Health в вашем же холдинге. Что вы таких семейка главредов. Семейка. Хорошо, пусть будет семейка главредов. Вот. И в этой семейке главредов, естественно, накапливается желание пообщаться просто с глазу на глаз. Хотя бы, чтобы, не знаю, узнать о последних новостях. Естественно, мы вечером встречаемся дома, и у нас есть там 2-3 часа. Да, он опять же рассказывал, что вы в 11 детей укладываете до часа 2 ночи, у вас такой вот family time такой. Совершенно вот. Верно. Сейчас даже раньше, потому что средний пошел в школу, и мы теперь в 10, даже в 0:30 детей укладываем. Ну, вы просто напомните, значит, у вас старший сын, средний сын и маленькая совсем дочь. Старшему сколько? 16. А человек с вас ростом. Уже 43-й размер ноги. Страшное зрелище, до сих пор не могу привыкнуть. Среднему 7, а младший 6. У вас какой-то совсем вот такой разрыв. Вы погодки. Очень быстро, то есть вы 3 года были в декрете, получается, да, наверное, нет? Если это можно назвать декрет. Да, на самом деле с дочкой я первый раз в жизни просидела, вот с единственным из всех детей, 1,5 года дома. До того у меня не было никогда такого. Я со старшим выскочила, по-моему, было месяца 3 на работу, со средним тоже попыталась, но тут подоспела младшая, и я все-таки осела на некоторое время. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.